кажись. Значит, мы здесь не встали? Ничего себе. Что? Москва поехала. Смотрим, где это регион. Завтра все дома могут сегодня. Пусть завтра. Нет, завтра все дома могут сегодня. Да. Готовка, да, то помывка. Готовка, помывка, дежурство. Ну, вот два дня я так провалялась, но это было неинтересно, поскольку хреновое самочувствие, так сказать, это. Никакого отдыха нет. Мне обидно. Ой, блин. Ой! Блин. Так. Я знаю, где в кино стоят. Не в кино они там стоят, блядь. Я вот не знаю. Вот как они это делают? Пиздец. Я уже дристал бы на легковушке ехать. Ебать. Да вообще срак. Блядь. Это вообще какой-то трэш. Пиздец. Блядь, батю этого чувака сейчас яйца свинили. Ну, во-первых, честно говоря, пацан, мужик сам дурак, потому что видел, что это встраивался, блядь. Он не мог притормозить какого-то хуя. Ну, я, конечно, понимаю, что тот говно. Ну, да. Ну, блядь, он сам себе проблем с ним. Бля, слушай, я лучше перевернуть. Бля, такая же хуйня. Молодец, белорус. Белоружие? Да, был. Вот долбоёб. Вот эпсы, как всегда, опоздали. Давай, выйдем, выходим. Пиздец. Успел, Сергей.